что, расскажите, куда мы сейчас с вами приехали? Мы сейчас с вами находимся в поселке Приокском. Это старейший поселок окраины нашего города. И он весь буквально испещрен, ну, космической темой. Да? И маленькие панно на школе, и парк имени Гагарина, улица Космонавтов, вот спортивный комплекс, детский юношеский спортивный школа с названием «Космос». Даже гаражный кооператив, примыкающий сюда вот между парком и этим комплексом, тоже называется «Космос». Здесь жила замечательный скульптор Антонина Петровна Саченко, автор замечательного бюста Юрия Гагарина, который должен быть установлен в парке имени Гагарина или на улице Космонавтов. Таким образом, вот космическая тема, здесь пронизано все. Мало того, в поселке же Приокском, на его другом краю, находится завод «Красное знамя», который полностью работает на космос. На инженерном корпусе огромное такое панно с космической темой, а прямо за проходной видна настоящая ракета, как памятник космической теме. Таким образом, 8 объектов находится в поселке Приокский. Такой ансамбль получился космический в нашем вот здесь замечательном поселке на окраине Рязани.